Тут моя Сириса. Это моя тень времени. 3 с копейками утра. Ну, возможно, там кто-то, конечно, уже спит. Но это бэккантри. На дороге вообще никого нет. Чисто кайф. Надо было ролики обувать. Вообще. Сейчас бы засеку домчал. Там мужики в стриптиз пошли. Ну, мы прибухивали. Я еще не спал. И типа Василий должен был перемчаться на эту тусе шикарную. Сейчас еще раз ему позвоним. Смотрим, это Василий. Василий, возьми трубку. Итак, я, короче, один иду на этот бэккантри Blading Fest. Ну ладно, пора включать музыку. Еду в Дивногорск. Ну, короче, вот она, утренняя электричка в Дивногорск. Это мои ролики. Это мы сразу сейчас в Дивногорск едем. Ладно, человечек один есть. Слишком много людей в этом вагоне, так я пойду в другой. Да, бэккантри, Blading Fest. Пойду в первый вагон, там типа толчок есть. Ну ладно, вот тут как будто бы кайфово так. Да, чисто по кайфу. Отправляемся в Дивногорск на бэккантри Blading Fest. Там будем катать. Ну, я в этом году снял номер гостишки. Можно будет по кайфу заночевать, поплавать в басике, вообще типа чё, кого, кайф. Кайф. Не, ну хули, красиво же всё-таки. Енисей. Мощно. Мощь енисейская. Где-то там восход. Там. Кайф.
это кто-то знакомый. Да, ну это не Димас. Это, наверное, к нам. Вот с роликами. Угу. Значит, точно наш. Что-то тоже первый. Угу. Первый после... После нас. Первый после не первых. Ой, после первых. Нормально. Сам-то пришел, девушку куда потащил. Посмотреть. Сам угар, что он просто несет ее ролик, и она кататься будет. Ну я что-то расслабился. Думаю, да она и так проскальзывает нормально. Не дозаложил, но когда все перестали. Мне кажется, хорошо торчат. А у тебя что там, 80? Ну, в прошлом это пауэрбэнк. А размер? Сейчас подстерлись. А, ну большенькие, да. И вот, вот этими колесами я как в трубу встал. Ну, щучкой. У тебя там антирокер, да? Нет, это колеса, что ли? Ну, они как будто мельче. Ну, они просто черные. А, это бип у тебя? Они просто визуально темные, смотрятся меньше светлого, но... Мозгу страшно. Готовься убегать. С четырех сторон снимаю. Он туда вбок. Тяжело. А. Выровняться, блин. Фига, отсюда еще дальше выглядит. Стой трех камер снимай. Нет, не тут снимай, блин. Сейчас сделаем. Опа. Это что такое? Ну, лучше хотя бы так. Ну, это лучше. Да что такое? Слушай, ну уже стабильный смотришь. Да. Ну такое колено преклонение пока. Вообще неплохо. Ты понял, ты руками махал, пока летел. Сейчас ты уже сгруппированно летишь. Вот лесника встретил с камерой. У него даже, видите, шлем цвета болота. Да, у него наклейки тут есть. Шрек. В Ураме могу кататься. Контест оставим. Гриб? Слушай, я не разбираюсь в такой. Может, ну мне кажется, это сыроежка. По сыроежке там что-то, да, цветное такое. Ну там шляп так яркий. Ой, алло, не доделал. Сделаем. Нет, он вот там внутри. Чувак, я походу... Кепку мою ты брал? Что? Ты мою кепку. Ты банану взяла себе. Здоровенько. Нет. Сейчас впечатляющее, да? Еще мероприятие не успели начать, а уже впечатлились, да? Не сел? Нет. Живой на улице? Как дела? Так. Что, пойдем, да? Я попить хотел. А где? Спасибо, Никита. Слушайте Никиту, он плохого не скажет. Да. Привет. Так, ребята, еще разочек проговорил мальчик. Жизнь. 3, 4, 5. Смотри-ка, мы едем туда и... 360! Лизонька, не суетимся. Лиза, не забывай, ты еще бонс-то умеешь скользить. Мне так нравится, когда волнение детей перебивает. Смотришь и думаешь, а где все твои трюки-то? Что сложнее, бэксайд ту слайд или бэксайд бэкслайд? Или бэкфлип? Или бэкфлип, или фронтфлип. Быть или не быть. То есть там от Шекспира. Быть на рейле или не быть на рейле, вот в чем вопрос. Увидели на одном колене? Кстати, нет, Саня, кстати, занимается брейкдансом, вам хотел, кстати, показать пару геликов еще. Ребят, полторы минутки, Саня у нас, Ярик и Ваня делают по дорожечке, и потом у каждого из вас будет по одной. Так, ребят, Ваня, ты на радугу хочешь? Ой, молодец, жена, хлопай.
Все хлопали, как моя жена. Бэкфлай не могут, бэкфлип не хочут. Я шучу, конечно, не так. Не, ребята, посмотри, очень хорошо получается. Ой, и разнообразная база трюков хочет отметить. Ай, ну спасибо, это уже тренер сейчас комплимент. Игорь Андреевич, ты покрасил со мной, будет так. Спасибо, Никитас. И сейчас красивее, потому что не успевает записывать трюка. Трюка супер пропачкали, сила. Сия Красноярска Станислав Сергеевич Латынцев. Ого. А с ним еще чемпион среди чемпионов Иван Юрьевич Чальчиков. Ого. И они будут... Я их настрою, работаю, работаю. Так, пошел заряженный Солдайн. Есть. Есть. Ура! Большие ходы были. Так, да, время у нас подходит к концу. Андрюха, подойди, пожалуйста, на первую линию сюда. Андрюха, посмотри малого, пожалуйста. Так. На этом у нас эта линия откатана. Никитос, это долгожданная история. Да, потому, очень сильно хотелось. Чтобы малые, молодежь до 14 могли еще и вторую линию ехать. Вот это очень сильно. Ну, какие исторически важные деятели, экстрим-площадочек. И он весь покраснел, и мы устали ждать. Ты знаешь, на самом деле, вот в прошлом году я хотел бы сказать, что не между ней он выбирал, а то я же сам очень. Да прибудет с тобой сила. Дайте шуму еще, ребята, зарядите разницу, мальчики. Все, Майя, как чувствуешь, так и едешь. Мы сами на секундомер дождем. Настроилась, абстрагировалась и солдай. Первача! Очень хорошо. А там она просто проверила плоскость, не более того. Держи. Опа. Руки держим. Молодец. Так, я ее вот на ту. Ай-яй-яй, на одной ботиночке. А я вот все нормально. Бокс, ведь центр тяжести тогда оказывается над боксом. Слушай, до конца просто. Ай-яй-яй, почти! Как качественно это было! Дайте шуму! Давай! Хочу забрать центральную перилочку все-таки себе в копилочку! Жива! Дайте еще аплодисменты, ребята, поддержим! Браво! Алиса Дмитриевна молодчинка. Вот так вот, папа Дима. Маешка тоже хочет? Давай зайди. Не смеши. Давай. Все. Так, и что, мальчики получаются? Получается, мальчики здесь же? Да, мальчики. А мы напоминаем, что переходим к мальчикам на второй линии. Прямо сейчас. Ребятушки, можете потихонечку раскатываться. Вот, объявлена раскаточка, поэтому, парни, можно раскататься. Напоминаю, что перилки натертые, скользят, едут хорошо. А сам не ожидал. Вот кусок был такой, что Лёва шла. Да, он просто не ожидал, поэтому так вышло. Это банка России. Банка России, да. Там такого родителя. Хотя, так, у каждого парафин от Green Valley студии от Ивана Андреевича Бетанкова, который моделирует, делает супер-люди в России.
И в этом году в каждом призовом пакете лежит брикет Backcountry Blaming Fest, конкретно парафина, сделанного специально для мероприятия. Здесь везде наклонная поверхность, которая всегда тебя разгоняет. Здесь надо попасть, балансировать, иначе ты покатишься в траву. Хоть и искусственную, но траву. Аришка, привет! Надо ее! А, Варя, молодец, футболка к тебе становится ближе. Лучший зритель, самый лютый болельщик за сегодня выиграет футболку от Антидор, от нашего спонсора, который нас поддерживает. Антидор — это спринтвор, и там очень стильная футболка размера М. Девчонки, конкретно под вас ее отложили, поэтому громко кричим. Браво! Демид Данилович, ты чё такой классный? Радиошечка, чуть меньше скорости, зайчик, не успеваешь правую коленочку подогнуть. Вау! Ой, колоснулся! Жизнь завернул, молодец, аккуратнее. Это новый трюк. Новый трюк. Жизнь толкнут радиохар. Дай ему наставление. Радик, прыгай головой над драйвбоксом. Саня, молодчинка, зря заволновался. Ты бы успел сойти. Дема, все правильно делаешь. Все правильно делаешь. Да просто ошибочку исправляй и доделывай. В этом стильный Александр Михайлович. Агрессивная, прям так. Все, Павел. Вот заключительный. Собрались. Вдох-выдох. Настроились. Так сказать, оставим красивую точку. Поставим. Молодец. Ой-ой-ой-ой-ой. Иди сюда. Хорош. Ну что, ребятки. Так. Хороший портар. Сорвалась. Что это, Лена разволновалась, Рыбович, что ли? Ой-ой-ой, цену назовите, мне интересно знать. Ганетика на низу. Это что получается? Итальян и Вадик ко мне подходят. Тебе за паку. Крюк за 200 будет. Держи, Радик. Нормальный порядок. О, вот. Сякс. Это креативный отдел, мы поедем в сцену. Соберись. В лице одного человека. Я думаю, это достойно соточки. На пластыре. А что за меза такая? Все скидывают. Разрушьте это проклятие, пожалуйста. Видишь, как все на раскатке лучше катаются, чем... Перешел. Это псон. Эй, сюда. Что, как дела? Да немножко попой пощупал. Короче, сделал жопс грайм. Давай. S-слайд. Ну и обратно вверх еще. В банке денег остается все меньше и меньше. Держи. Умничка. Поэтому стараемся. Ой-ой-ой, живой. Блин, это жестко было. Дайте шима! Жестко. Серьезно? Ты еще молодой, что ты сделал? Ай, да. Ну что? Блин, уже пора доставать деньги. Ну, получается, как минимум трехнадцатый для Флоти. Вы бантика сильно расстроиваете. Стангирует. Кирилл просто уничтожает Кириллу. Рояль я, блин. Все, друзья, мы открываем категорию Кэш по 30. Все, про, поехали, собираем бабки. Бачу, ну-ка, все сразу.
Станислав Сергеевич! Станислав! Ай-яй-яй-яй-яй, скину! Что-то пошло не по плану в самом конце. Возвращается на стартовую точку. Стасячик, ай! Бенга, бенга! Ай как! Да делай ай! Кирюша, делай! Ай-яй-яй-яй-яй! Сейчас сделаю дождь, пацаны! Из бабок? Господи! Береги себя! Железная жопа! Пацаны, я вижу, как устали, и у них энергия! Как бантик раскидал деньги и обратно собрался. Ну тебе за это все 50. Или на споте. Ой, как красиво! Не видно, что сделал набор там столько разом. Это как 3 звезды собрать, гиташка. Последнюю, вот я вам сейчас добиваю еще в копилку 3000. Ого. Вот, давайте аккуратненько, мягко, нежно на стиле. Дай. Это был круг за 500. Мы с ней бэксайд ролл трансфер. Как очень сильно. Молодец! Ребята заподраскатались. Понеслась просто трюк на трюк. Ребята, у меня остались 50 гашей. Все просто отдай все деньги. Давайте за пятишку стою. Разыгрывая пятишечку. Ребята, да, пятишечка на кону. Трюки на пятишечку. Давайте трюк на пятишку. Отец, я твой сын, да? Просто красиво! И на этом мы закрываем с вами вторая линия, пацаны! Просто грязь какая-то. Ты выиграл пятишку только что сам у себя. Топ-сольщик, никто собрался с кайфом. Вы только посмотрите на счастливое лицо Илюзы. Вы осчастливили мужика просто. Ну что, дайте грязи, пожалуйста. Есть? Я бы порвал штаны. Это полтора оборота бэксайд рояль. Ого. Попытка. Попыточка. Пацаны, в банке осталось 4. Трюки по 500. 4 трюки по 500, уже сильно. Ой, какой! Очень хороший, очень хороший. Подход. Слушай, Пантик, у него есть путили, есть мотивация, хорошие деньги делать, заберу ты бабла. Подожди. Все, Костяны. Милушенька, дорогой ты мой человек. Ай-яй-яй-яй-яй. Слушай, ну тут труд за 300. Да ёбко, говорит.
Что ты творишь? А ты же это уже делал, нет? Ты делал это? Илюха, ты в своем костюме. Ага. Денчика миленького свалил, дай порядок. Парни, давайте. Ой-ой-ой, давайте ограничимся тремя попыточками. Нас ждет еще третья линия, в которой любители сейчас будут сюда попробовать. Что вообще? Косарь, ты сейчас давай. Коси давай. Илюха, коси косарь. Если все говорят косарь, значит, пусть все, и пойдем во третью линию. Ой-ой-ой-ой-ой. Кайнгайн, зиростоярчик. Ух, без скольжений, шикарно. Все это получается. Не забывай. Молодец, правильно говоришь? Ой, какие дорожки у пацанов. Ой, хорошо. Пацаны, у вас меньше 500 рублей ни у кого не записано. А, нет, записано. Ну что, ребят, кидайте шар. Слушай, это было больше семи. Самые низкие скольжения. Нашел. Кто-то пошел снизу вверх, радугу. Ай-яй! Очень красиво. Тем временем Илюша завозит, готовится, показывает пальцем, говорит, что отойдите все, уберите метлу. Отвернитесь. Дайте шуму, ребята! Миша, бешеный! Просто сумасшедший! Илюха, как будто на носки не задавливаешь, да? Неудобненько. Поднес с подворотом. Илюха! Антоха, вам с Никитосом придется встать, Дима, Лена, за дерево, славить, держи людей, нет, слава. Кто у вас здесь, держи людей, чтобы с вами проходили, да. Никитос, ну что было, кто скажет? Вот это, Дима. Что такое за деньги? Вот это. Так, друзья, вы все деньги уже вытаскали, давайте парочку. Пошире, пошире, ребята, разойдите, пожалуйста. Там на входе Катя стоит. Я их собью нахрен. Сейчас я убью. Ты как готов будешь свести. Вот это трансфер. Ты успел положить на ракет, что у тебя полет нормальный. Его можно было на картах увидеть, кстати. Похоже на то. Илья Дмитриевич, Солохин, дамы и господа, пошуми! Я там сразу... Идите, Андрюха, береги жену! Давай, Витёк, Витёк! Давай, есть! Ой, Никитос, ты будешь не Байков, ты будешь Боингов! Боингов Никита 34! Поехали, сына! Вообще.
Никитос, ну это круто, это дальше земля. Это сильно, сильно. Поддержи Манюху! Больно, больно. Парни, пора закругляться, у нас еще все в контексте видео. Давайте, парни, пора же, да? Пора больше. Осторожно, на кол не насадить. Ну, он на самом деле сразу сюда. Ой. Виктор Александрович, господи! Подтереть не надо? Немножко очень близко. Держи его! Держи его! На третий раунд тебя тебе не брать. Тащи палатки, ма. Так. Виктор Александрович. О, и девчонка, молодец. Ребята, надо поддержать Илюху, чтобы он встал на рельсик и доехал. Обязательно, шума! После практически двух оборотов вокруг своей оси, это как прям народный трюк получается. В таком-то образе. Почти-почти уехал! Аутспин 630 градусов фронтсайд роял. Просто жесть вообще, просто жесть. А ты видел Дэзи, которого пролетает вообще вот этот? Мы отодвинули пушку после прошлого года дальше. Хорош, Киря. И шума дайте! Ай! Заезжай перилочку на рояльчик! Пошумим, друзья, Илья! Хорош! Что вы поняли? Вот здесь в безналичном расчете Никитос приколяет. У всех там 500, 300, 500, 500, 300, там казик. У Ильи косарь и два. Все, вот трюка человек. Понятно, все смысл. Но я думаю, что таким трюком можно сказать официально. Сбор закрыт! Мы переходим далее. Так, ребят, сейчас нас ждет хозяин леса. Контест на стабильность. Начинаем с вами с самого верха. Категория любители. Парни,
Поднимаемся наверх. У вас есть... я думаю, профикам мы дадим 7 попыточек, и любителям дадим все-таки 5. Да? 5 попыток. Судья! Ребята, всего 5 попыточек. Как только я говорю, вы едете. Вот сейчас Леночка готовится. Уважаемые зрители, Елена Бекер первая, кто поедет всю дорожку на стабильность. Никитос, Леха, осторожно, руки здесь не держим. Лена, ты готова? Зрители готовы? Да чё вы дохлые такие? Готовы? С микрофоном и двумя 5000-ваттными колонками. Слабачье! Пацаны, вообще, ребята, четко. Сразу же радугу! И пошла радуга по тупую ноженьку фронтсайдиком. Леночка! Все сделала на 5, пацаны. Это прекрасный знак. И за рояльчик. Молодчинка. О, оседлал перилу. Это очень интересно. Или его используют только ребята, которые не собираются продолжать потомство. Но это смешно, между прочим, очень сильно, по-моему, нет? Ваши аплодисменты! Анатолий! Дорогие друзья, Анатолий Игоревич, один из тех роллерблейдеров, который начинал роллерблейд в этом городе, когда еще агрессивные ролики вообще здесь не жили. Ярик! Да ты маленький тигр! Духа у этого юноши хоть отбавляй. Ай, молодчинка! Ваши аплодисменты, правильно, Илья Павлович? Тебе надо было в про записываться, Яр! Держи, да я и... Ай! И вот так вот, прямо сверху скажи. И-ха! Так и было задумано, как будто бы. Кирянчик, отдыхай, молодец. Следующий на старте у нас стоит Денисов Анатолий. Мы в тебя верим, ты лучший. Поля, Манига! Да ё-моё, у тебя еще нету детей, рано тебе еще и-ха! Так. Честно, за Толяна немножечко волнуюсь. Больше, чем за всех остальных. Леха, за тебя что волноваться? Ты же мощный, ты же спортсмен. Да как лев! Что за лев этот тигр? Просто лев, стивидный тигр, львиный. Братин Анатолий Денисов. Давай, какой молодец! Мама анархия, папа стакан Анатолия Денисова. Это футболка его, это я не виноват. Смотрю, пою, как чуть-чуть. Так, девчонки, аккуратненько здесь, можете на уголочек стоять. Да и, собственно, всегда, я думаю, вы заметили, когда вечереет в Дивногорске, постоянно так атмосферно, красиво, закат и просто космос. Кстати, небольшая информация для всех. Завтра вроде бы как 37 градусов. Пиздёшь. Плюс 37 градусов. Нет. Делает. Киря пришел на соревнование, я не буду радугу. А сейчас он ее вдоль и поперек ходит. Теперь только на радуге катается. Да, не говори. За уши не оттащишь. Он его еще домой заберет, скажет, надо. Киран, спасибо. Следующий спортсмен Гуцель Василий. Вася, давай! Вася, жди. Вася, бэкфу. Вася, бэкмуните, попыточка. Элегантно преодолел водопад, перешагнув через него. Было. Ой, Васька, молодец, фронт. Дальше еще есть много спотов. А вам не хочется, глядя на Василия? Ой-ой-ой-ой-ой. Глядя на Василия, не хочется сказать ай-жени. У него регистрация через 2 часа. Да, похоже на то. Да, этот футбол садится. Негатив приза по первому грандбоксу. Фронтсайд по второму грандбоксу. Сайл грань, половина водопада, чистенько. Чистенько. Ай-яй-яй. Ролл-даун под слайд. Одной ногой ролл-даун по грандбоксу. Ой, волрайчик. Сейл в дерево. Умничка, Алексей. И шафл на попочку. Кстати, креативный критик, кстати. Очень интересное решение выбирать. Да. Следующий спортсмен. Самый маленький, самый чемпионистый. Раков Виктор. Раков. Виктор Михайлович.
Лиза по грайнбоксу, Солейсит по грайнбоксу. Хорошо. Бабочка Макио на водопадике. Чуть-чуть сорвалась. Лешечкой меняет линию. И бэкфлип. Он его делает, слушай, так уверенно. А что это хлопаем жиденько? Как будто вы бэкфлипы каждый день видите. Василий. Да, Васька поехал бэксайд, там бэксайд юнитями. Попыточка солямбушку на водопаде. Было. И пошел снизу вверх. И не хватило. Вася, молодец, ваши аплодисменты! Умничка, умничка. Не важно, как ты бьешь, важно, как держишь удар, идешь дальше. Backside Unity! Это... Дайте еще попробуем, аплодисменты! Иванов Михаил Дмитриевич, следующий спортсмен на старте. Михаил, готов? Давай, Мишаня, первый рейнбок. Backside to slide. Side unity на soul drive. Backside to черканул по водопадику. Василий готов, поехал первый рейнбок. Backside wall. Backside unity. Пол грайнд, пол раунда, пол водопада. Что же радуга назвать, читай. Ай-яй, молодец, попытка бросает юнити. Предпоследняя дорожка, Василий решил на все деньги попить. Эх, Васька, Васька. Хорош. Молодец, красавчик. Итак, следующий спортсмен на старте, друг Василия Акимов Алексей. Ну и наш друг тоже. Да? Что это? Ой-ой-ой, Леша, охренеть! Интересное решение. Пытается вырвать, как это, категорию креативного директора у Толяна. Старается обеими руками, двумя ногами. Олрайт, молодец! И обнимашки с деревом, наши аплодисменты! Красивая точка в своей дороге. Следующий спортсмен на старте, наш чемпион. Как юнити. Бронсай. Солдайт, молодец, водопад, попал, попал. Лешечкой пошел дальше. А юбочка, Виктор, Лиза. Он наверх линию поехал. Что творит вообще? Совет тут был, давай по водопаду наверх. Да, нормально, мне понравилось. Следующий спортсмен на старте. Вот до чего явление было подниматься. Просто Киря на все деньги решил, просто пошел проехать, невозможный скот. Очень стрессую. Ой, бронзайт, ванночка какая, ваши аплодисменты. Очень, очень красиво. Следующий спортсмен на старте, Лисоедов Илья Павлович. Первый гонок, Лиза, второй Лиза. И на трусин Лизу трансфер. Лиза в трусин Лизу трансфер. Илья Павлович продолжает дорожку. Ай, молодцов, на бейсет бэксайд ролл. Переходит в третью линию. Фронтсайд. Молодцов, Илюха. Добивай! Бэкройл 450. Сначала линии Илья Дмитриевич на 8. Бэкстайд фьюслайд. Сайд грайн. Бэкстайд фью парады и гайдстайд по водопаду. Мы здесь где? Мы не на руках катаемся, что ли, да? Давай, Илюха! Бэкстайд на бэкстайд бэкслайд. Да!
Здесь есть большая кровь, а вы не отлипите за 8. Итак, следующий спортсмен на старте. Станислав Сергеевич Латынцев. Слово Руслана! Бешеные прохождения! Проходим дальше! Как хорошо! Костяныч, бешеная, бешеная у тебя программа. Держи! Держи, братан! И самолетка ваша аплодисменты! Так, на старте у нас... Кто следующий круг? Леша, как я так-то, а? Как? Да? Ну тут закосячил. Итак, дамы и господа, четвертый круг, Виктор Беда Александрович Юхо. Ваши аплодисменты поддержим Виктора! Ух ты, джентльменский выход! Все, продолжать не будешь? Да неинтересно, ну что ты? Запорол первый дальше все это. Нормально, Виктор, нормально. Здравое мышление здесь не помешает. Фокс-фокс-фокс-фокс. А Люкмиза по водопадику. Сегодня запомню, что мы в гостях у единорога. Ай-яй-яй-яй. Попытка Солград трансфер Мизу. Бронзай, саванночка, да что ж ты? Никитос, красавчик! Лучше, лучше! Дамы и господа, все внимание на старт, Кирилл Кочетков готовится к прохождению четвертой линии. Четвертой попытки. Дайте шума Кириллу Кочеткову, ребятки! Это пупсик достоин громких аплодисментов. 40-40, кайн-грайнд по водопадику! Ай-яй-яй-яй, как сильно, блядь, переход! Баджет кайн-грайнд, просто сильно! Крупный топ-стояй! Чё? Ещё раз борьбу! Солграйнд! Ну, попыточка хороша. Да, Илья, и сам хорош. Илья очень хорош. Ай, как хорош. Как он ручкой махнул. Все понятненько. Люди скандируют, ты уже едешь. Эксайдюр. А Любмиза. Вырулил. Держи. Давай. Эксайдюр. Вот это подход! Макио на макио! Еще одна макио! Ой-ой-ой-ой-ой! Оу! Фронтсайд юнити в дизастер! Уехал в подкате! Вот так! Ваши аплодисменты! Он подъехал. Ну что, друзья, заключительное. Давайте приветствуем спортсменам удачи. Громко. Что, как жизнь? Нормально, смотри, гусеничка. Ребята, да! Виктор Александрович Юхлов. Водопад прошел на топ-стол сверху вниз. Там Юхлов. Давай, брат. Как он? Селфиш! И закрыл! Радуга, водопадик, держи! Ох! Опасный момент, ноги перешли, а голова осталась! Бронзайца ванна! Бронзайца ванна! Очень хорошо! Ножки крестиком! Опа! И закрыл! Прячет настроился, пошел первый грайнбокс. Солграйнд, солграйнд, солграйнд! Есть! Кайнграйнд! Да что творит-то? Хорошее начало, отличное! Кайнграйнд, алфа, очень стабильно! 8-метровую! Невозможная дорожка! Додавил, додавил! Ай, ваши аплодисменты!
мазута. Заходим в шоке 360. Вот это. Уграй! А это было так задумано. Это сложный подход. Фронтсайд по радуге, молодцом! Стейл Санни Дэй и бэксайд Юнити. Замечательно, замечательно. Самые хорошие аплодисменты, аплодисменты Илья Дмитрий Йогов, Илья Павлович! Алюм Санни Дэй, водопад! Ой, фронтсайд трое, на бэксайд трое. Два разных. Бэксилюта. Почему? Аттак. Ваши аплодисменты. Илья Дмитриевич. Ох ты, подслайд на радугу. Стоял Юнити на разворотном квотере. Бэксайд на фронтсайд. Вот это линия. Есть фронтсайд. Вот ты! Мое почтение. Спасибо. Я так не умею. Посмотрел, как можно, как нельзя. И как не стоит, блядь, кататься на роликах. Танцуй. Уже подняли? Угу. Ты что, не видишь, что ли? Состояние. Вот, все, отправляют, что подняли. Ну, контест вообще, ребята, понравились трюки? Итак, футболка и стикер-пак к самому лучшему болельщику. Кто это? Нажимай. Это у нас блестящая, грандиозная Варвара Владимировна Ростовцева. Где ты, Варя? А что-то не радуешься так громко, как болела. Ну-ка, как мы болели с тобой? Вот так надо болеть. Лес — это самое подходящее место для соревнований. Здесь проораться можно вовсю. Так, ну что, начинаем с детей. Итак, дорогие друзья, мы сегодня в 24-м году, четвертый год подряд проводим эту лесную движуху. Нас больше, нам лучше, мы молодцы. Пару слов благодарности, а то мы сейчас как раздадим, как все разбежимся. Вот так вот. Сальто благодарности. Сальто благодарности от Виктора Михайловича. Большое спасибо, хочется сказать, команде ЛТС, МАЗа, ребята, которые строят, Илюза, Дёс, Лёха, всем, ребята, вам аплодисменты, спасибо. Спасибо, Никитос, тоже МАЗа из Дерногорский, спасибо, Никитос, за твою помощь. Рад тебе, спасибо, что дала возможность постоять у микрофона здесь. Всегда классно. Большое спасибо скетчопу «Картель», который каждое мероприятие поддерживает. И это тот скетчоп, который... Спартак, Вадимович и Екатерина Прекрасная. Вот эти два... Самая сладкая горчица. И самый добрый Спартак. Вот. Илюза, тебе... Давайте Илюзе тоже крикнем ее в ответ. Я, брат. Итак, третье место. Девочки, самая прекрасная половина человечества сегодня исполняла то, что им не присутствует. И на третью позицию встает прекрасная Елизавета Максимовна. И первое место. Давайте, 3, 4. Алиса! Алиса! Первое место! Алиса!
взяла хороший темп, забирает. Это не первое место. Так, фото на память. Фото на память. Подходи ближе, конечно. Пойдем. Давай. Мальчики больше 14, пацаны. Пацаны вообще ребята. И третье место, пацан вообще ребенок, ребят, занимает Лев Георгиевич Гибов! Хорош. Лев Лещенко скажешь. Лев Георгиевич, красавчик. Мощный. Второе место, барабанная дробь. Дробь-то. Раков Александр Михайлович! Хорош. И барабанная дробь, друга. Что это? Человечек, который уже убыл, но мы заберем его призы. Это Симоненко Демид Данилович. Маленький тигр на разноцветных роликах. Хорош. Дайте аплодисментов пацанам. Больше 14 лет. Очень хорошо. Второе место. Я вам скажу, с победителями было тяжелее всего выбрать. Это прям решение сейчас принималось с трудом, но все не подлежит никакому обсуждению. Да. Второе место забирает Александр Павлович Хорош. Смотри, он даже сейчас на роликах, он вообще куда едет. Но он еще не раз. Поэтому он забирает места. И первое место. Первое. Тот человек, которому применимо мало золотых доторок и чемпион России в этом году. Виктор Михайлович Раков! Виктор Михайлович. Бандит. Мама сегодня футболку купила ребенку. Лен, привет. Когда купила-то, ну, это уже все для меня. Все, и в тряпке. Ну что, дайте шума, пацаны! Вот это роллер. Все, идите тренируйтесь, дай отдыхать. Так, вы профики. О, это я знаю, пацаны. Это честь. Ребята, третье место. Bad Country. Хозяин леса. Награждается. Латинцы станет! Я, брат, держи, это тебе. Парни, не забываем, вас еще ждет безналичный перевод сегодня. Красавчик. Сегодня ждет. Сейчас мы только определимся, кто будет перевод делать, и вам обязательно ждет. Не расходимся, там немного, надо десятку раздать, делов. Кстати, пакет у него пустой, если что, просто пакеты раздаем. Оформление пакета, посмотри. Оформление, там. Потом посмотришь, если будет видео. Солнышко нарисовано. Второе место. Вы готовы? Второе место. В категории Про. А как вы думаете, кто? Толя. Не-не, я скажу три буквы, вы все поймете сразу. Готовы? Рэп. Кирилл Кочетков! Иди сюда, давай, Киря! Кепочку наделай, вот оно! Второе место! Интересно, а кто первое? Забирает Кирилл. Прикольчик был такой. Ну дай, чё, я не успел сообразить, не все иронии, чё ты? Бывает такое. Надо говорить, кто здесь написан, или вы мне скажете. Кто там написан? Иванов! Кто здесь? Иванов! Бекер, Лена! Лена Беккер! Эпатажный, непобедимый Илья Крюбис! Солосик! Илья Дмитриевич Солосик. Первое место только за костюм отдали. Пакетом не тряси. Я зарешал. А то оделись как попало. Оп! Правильно, сразу видно, человек на вечеринку пришел. Он еще на автопате потанцует, я тебе говорю. Поаплодируем пацанам помочь! Присядем на работу.
Ребята, пользуясь еще минуточкой, большое спасибо команде Экстрем Академии, парням, которые дюжат, держат. Никита Андреевич, Байков, Егор Васильевич, Саня Дёрин тоже с нами, Леха Горовой. Сделал очень много для этого мероприятия. Никитос, спасибо. Ваня Хританков, человек, который все это воссоздал. Пацаны, Дивногорский, кто рисовал, вам спасибо. Ребята, спасибо еще вам. А еще одно большое спасибо можно? Байтику отдельно, за все, что сделано, ему благодарность, потому что этот человек продвигает байтинг вообще не только в городе нашем, а в целой стране, в целом мире. Вот так вот, на этой планете. Спасибо, ребята, можно кататься, можно жарить что-нибудь на костре, наслаждаться этим прекрасным вечером, вы молодцы. Всем хорошего настроения, всем были рады оставаться. Сегодня утром. Что, музыка будет? 4 дня как раз. Работает. Егор. Егор. Как его фамилия? Какой Егор фамилия? Егор Гашников. Не хочется. Ни Макса, ни Егора. Никто не знает его. Такой неуловимый, что ты даже не заметил, что его не было. Нет, его не было. Джека, можно просто не жениться. Если спрашивать, кого не было, то не давай. Леха, Леха, там вот уже одно и хорошо. О, хорошо, все, достаточно. А что ты вот так шатами как-то? Жалко же было. Ты понял, что мы Снял сам. Конечно, у него дым подул. Стало не очень. Чихать пошел. Нет, еще вот это открываю. Что, за закладку потеряли? Во-во. Давай на уверенном, ходами прямо я пищи, дропером. Нормально. Вот тут хороший вид. Дверь вообще, Киря. Так, не расслабляться, не торопиться. Он обиделся, что ли? Да. Тут еще дома, как Братан, вот это видишь? Это ты был, выбил. Сегодня.
Когда насаживает, блядь, на решетку, то ты жаришь, что ты делаешь. Это пизда, нахуй. А запах какой? А кто эту решетку выбрал, нахуй? Вообще, у нас другой нету, что ли? Да мне кажется, их просто надо было катать по решетке. По костру. Блин, выглядит аппетитно. Лёха, ты че красивый? Не смажься. Лёха! Такая вот ситуация. Такие, как дурблю, да? Да, да, да. Вон это, знаешь, валяется, Лёха. Отдыхает. Давай спасай, да, блядь! Горячо, пиздец. Только не в чистые. Они все не чистые. Нет, вот это ничего, можно есть. Все равны. Все равны. Всех подняли, да? Все были подняли. Ну, пересчитать, я не знаю. Может, еще... Найти же, нет? Не-не. Надо Я сразу хочу, 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 я